Sure. Sir. Я приезжаю, да? Написали, что есть уравнение. Есть уравнение для движения. Какое-то равняется нулю. И мы с вами договорились, что Б равняется пространственным отражением уже рассматривали такую задачу, да, теперь начнем зарядом отражением. Посмотрите, как это связано теперь эти две формулы функции, да, синус и С зарядом с отражением. Так, ну какие будут предложения? Значит, ну как, ну, что скажете, вот что-то скажете сами. Вы обещали в конце прошлого семинара подумать, да и сказать мне. А что ж теперь нам? Семинар закрывать? Ну, например, если домножить на гамму 2, да, тогда почти все перегодия поменяют знак на гамму 2. Тогда да. Можно еще взять комплексное сопряжение. Нет, ну, скорее всего, так. Да. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно... Ну, понятно, что нам нужно поменять вот здесь знак, да. Вот. Знак этот можно поменять чем? Комплексным сопряжением, правильно, да? Ну, как рассуждать? Вот здесь нужно знак поменять комплексное сопряжение, потому что здесь нет комплексного сопряжения. Ну, да, стоит. Вот здесь есть И, да. Да. А гамма мю как бы одинаковые, да, похоже. Здесь и здесь. То, что, ну, естественно, А, да, надо понимать, как гамма мю, а не да. Вот. Вот здесь отличие стоит, ну, в И стоит, да, и поэтому, если я сделаю сопряжение, да, то, по крайней мере, вот здесь я знак как бы уже поменяю, правда, гамма-мю сопряженный появится, правильно, да? То есть, если я сделаю сопряжение, то это, давайте я теперь более подробно пишу, то есть это будет минус И, да, H, ну, здесь, если я H стал писать, да, ну, давайте будем писать, ну, здесь я вот это. Значит, тогда что? Тогда, значит, тогда минус ERH, да, стоит, а здесь что будет стоять? Здесь будет стоять гамма мю со звездой, да, D под X мю. Правильно, да? Вот. А здесь будет стоять плюс теперь. Ну, теперь знак как бы поменяли, да? Там, там, А. Мю, а гамма мю со звездой, там минус С. Там уже записал С со звездой, да? Равняется нулю. Правильно, да? Так, да? Вот. Но тогда казалось бы, что? Но теперь, теперь что? Теперь вот этот знак как бы стал правильным, вот здесь стали неправильные знаки, да? Вот. То есть, какие здесь могут быть предложения дальнейшие? Да, значит, вот, да, значит, здесь гамма мю, да, комплексная только гамма 2, да, все остальные действительные. Поэтому, чтобы сделать их опять правильные все знаки, да, нужно домножить на гамма 2. Да, перед гамма 2 ничего не поменяется, правильно, да? А перед всеми другими поменяется знак. Правильно? Вот. То есть, если я с этой стороны умножу на гамма 2 и протащу ее туда, да, то здесь везде опять знак поменяется, правильно? Ну, потому что для гамма 2 он и так уже поменялся, да? Коммутируя ничего не делаю. А перед другими я поменяю знак. Правильно, да?
В этом будет y гамма мю, это x мю, да? Вот. А здесь будет тоже минус, да, прямо с цветом на а мю гамма мю минус mc, да. И на гамма 2 на пси c со звездой. Равняется 0, правильно? Так будет. То есть еще раз повторяю, гамма 2 и так поменяла знак, да, другие не поменяли. Я когда слева там вышел на гамма 2 и потащила, поменял знак. Так, да. Получили исходное уравнение. Да, тогда отсюда мы видим, как должны быть связаны с да? С должно быть равняться с какой-то там множитель, да? Вот. Это c, который мы опять же не знаем. Да? Вот. И гамма 2, там си c, да? Ну и гамма 2, чтобы было действительно. Вот. Значит, вот. Ну, это не важно. Значит, вот, все равно есть множитель это c, который, соответственно, у нас не определен. Вот. В связи с этим мы можем посмотреть. Итак, ну, я напоминаю, что таким образом оператор c мы с вами нашли. Это будет гамма 2 у нас, да. P мы нашли на прошлом семинаре, это гамма 0. Оператор. Вот. Значит, теперь давайте попробуем сделать следующее. Вернемся к явному виду, да, который мы нашли. Он был какой у нас? Он у нас был там корень, да, на эпсилон плюс m. Вспомните, да? Мы бит искали, да? Все же нашли его на фи, да, на сигма p, на эпсилон плюс m, на фи. Так было написано, да? Если мы нормировали у, чертой на у равнялось 2m. Так, да? 2 эпсилон мы там убрали из этого выражения. Ну, то есть, точнее, мы это обозначали буквой уже у, да? Ну, вспоминайте, так было время. Ну а си у нас тогда было это единица на корень 2 эпсилон в на у на е в степени минус и там на h эпсилон p минус b x. Так было. Вам нужно вспомнить. Теперь давайте посмотрим вот действие этих операторов на вот эту волновую функцию. Да? Значит, теперь, ну, когда мы рассматривали эти решения, помните, я обратил ваше внимание, что там есть решение как с положительной энергией, так и с отрицательной энергией. Помните? Вот, то есть мы нашли, что есть соотношение, теперь в квадрате равняется да, p в квадрате плюс в квадрате. Так, да? Вот. Но эпсилон знак отсюда нужен как плюс, так и минус. То есть есть отрицательное частотное решение и положительное частотное решение. Теперь, ну, то есть если я тогда обозначу через эпсилон там и p, да, решение какое-то, с эпсилон и p, да, то теперь я могу написать решение с отрицательным, ну, давайте мы по-другому пойдем. Подействуем оператором C сопряжения. Что мы с вами получим? Давайте посмотрим. Ну, для этого, вот я тоже предлагаю написать эпсилон минус эпсилон минус B, да? Как будет выглядеть? Какие у вас будут предложения?
Для этого, ну, проще, может быть, сделать так, что, помните, мы сказали, что вот этот, помните, я говорил, что можно записать так, да, у нас была функция хи и хи, да, помните? Вот, мы можем записать ум так же в таком виде, как корень из эпсилон плюс n, да, на сигма p на эпсилон минус m на хи на хи, да. Вот эта сорбировка плюс или минус я ее должен написать. Как вы думаете? А? Ну, это помните? Ну, давайте вы просыпаетесь, как-то лекция уже по ваша. Да, время много прошло с утра. А? Минус должен написать. Или плюс. Ну, когда будет перемножать два на уровень. Вот это я правильно пишу или неправильно? Ну вы же все вроде, ну за исключением там одного двух человек посещаете, как правило, семинары. То есть это будет тогда Е, а здесь столько будет. То есть если я хочу написать Си от минус эпсилон минус П, да, то это будет Е в степени 2 эпсилон В, да, на Е в степени И А эпсилон Д минус ПХ. Правильно? Давайте нормировку. Кто вы видите, проверьте нормировку, правильно, нет? Как это? Все тебе за. Давайте. Уясни, какой знак правильно писать нормировку. А? Ну как вы докажите, какой знак? А, вы посмотрели, что у вас написано? Нет, так не пойдет. Значит, надо же всем другим доказать. Да? Вот это доказали, что нормировано, что у крестного угла равно единице. Правильно, да? Так, да. Давайте теперь посмотрим, чему равняется у крестного угла здесь. Да, вот это. Проверим. То есть это будет сигма p в квадрате, да? А это минус m. Да, ну все это в квадрате. Что минус у крестного У? Мы нормировали, что у крестного У должна быть равно единице, правильно? Так или нет? А? Поток мы нормировали. Там пусть чертой на У у нас получилось 2 R, правильно? А у крестного У получилось единица, так, да? Ну давайте попробуем. Давно фатрис соединяется. Нет, зачем? Когда у крестного угла. Так, да? Это будет сколько? Сейчас знак выясним. Какой должен быть? Так, да? Он быстро убежал, но все равно проверит.
Разница пишет, да, то есть здесь будет p в квадрате на x минус n, да? Дальше он, что p в квадрате плюс n в квадрате сюда, да? Потом начал эти нули, получил вот это выражение, да? Тогда оно сократится вот с тем выражением, согласны? Так, значит, правильно написано, да, было? Ой, ну хорошо, раз мы это проверили, теперь давайте подействуем оператором. То есть это решение с отрицательной энергией. Так, да? Вот. Значит, тогда, соответственно, что мы сделали? Мы можем сделать только действовать оператором зарядного сопряжения. Что же мы с вами получим? Ну извините, конечно, если я здесь поменял, то тогда я и здесь должен поменять, да? Плюс, плюс. Я минус поставил. То есть сначала мы написали решение такое, теперь я поставил это самое. Так я поставил минус эпсилон, минус. Правильно? Вы про это и говорили. Да. Ну, я имею в виду, что то, что было в начале, это было написано решение с положительной энергией, да, так сказать. Вот. Потом я поменял на отрицательную энергию, то есть я не заменял. Так, теперь я что, беру и действую гамма-2. Ну, может, кто подействует гамма-2 и получит что-то? Оператором зарядного сопряжения. Кто подействует? Сосед может подействовать. Итак, еще раз повторю. Значит, это мы написали, вот это решение с положительной энергией, да, мы так, да, потом мы записали вот это в другом виде, да, и поменяли эпсилон на минус эпсилон. Да, ну, здесь. После этого, если поменяли эпсилон на минус эпсилон, да, теперь подействуем еще что? На этот самый оператор С. Да? Что же мы с вами получим? Для того, чтобы получить это, мы еще должны что? Сопряжение взять. Извините, помните, я пропустил, а вы мне не подсказали, да, с звездой стоит. Ну, видите, чисто звездой. Так вот. Поэтому делаем сопряжение. Не, ну зачем стирать? Только звездочку поставить на этот вопрос. Вот и все. Да. Вот, действуем сюда оператором гамма 2. Что получается? Так, гамма 2 у нас подходит. Как гамма 2 выглядит? Ну, кто подскажет, как гамма 2 выглядит? Оператор, это значит, гамма мю, как выглядит? Еще раз тогда. Я же говорил, что вы должны звучить наизусть. Так, пишем, гамма минус, да, гамма 0, как это будет? 1 минус 1, да? Так, гамма 0 пишем. Гамма 0, как матрица выглядит? 1 минус 1, вот, молодец. Теперь, что такое матрица гамма с векторными индексами, да? Гамма-вектор. Слушайте, гамма-вектор сверху. То есть 1, 2, 3, да? Она как бы выглядит, ну? Не по, так сказать, по косой, так сказать, диагонали, да? Вот, не-не-не-не. Вот так, здесь 0, 0, а здесь сигма минус сигма, правильно, да? Так, да? Ну тогда это вектор поставки это сигмой. Вот так выглядит матрица, да? Значит, тогда гамма 2 выглядит как, соответственно, будет здесь стоять что? Сигма 2. Сигма 2, и здесь тоже сигма 2, да? Ну и тогда, еще раз, мы с вами поменяли эти самые энергию импульс, да? И действуем зарядным сопряжением на состояние с отрицательной энергией импульса. Да? То есть мы должны сопрячь его, да, и подействовать гамма-2. Согласны? Ну, давайте. Действуем.
Что же мы с вами получим? Он собрать проблем не составит. Гамма-2 будет действовать. Ну как? Как будет действовать? Давайте попробуем. Куда там дальше? У нас это все будет. Посмотрим. Минус. Пока что еще раз. Какой минус? Пока что еще рано, минус и первый. Сима. Она с минусом. Ну да, конечно. Вот здесь вот минус поставьте. Ну, здесь, наверное, надо поставить матрицы орбитов, но они не действительные, да? Здесь со звездой надо поставить. Вот, у вас же со звездой стоит, да? Порядок приложения. Чем-нибудь порядок приложения. А то матрица, а то оператор дифференцирования. Получится х со звездой, а сигма со звездой. Нет, ну П здесь уже импульс стоит. Здесь не надо читать. Здесь же просто импульс стоит. Да, действительно. Так? Так, а мы теперь вперед перемножаем. Что получим? Ну, корень из эпсилон плюс n остается, да? Ну, пишите. Вы такой не стойте. Так, да? Значит, и давайте я тоже потом сюда замолкаем для красоты. Теперь берем и перемножаем вот это вот так. Да? Ну что делаем? Ну, берет и переставляет, да? То есть я когда перемножаю. Вверху будет это сигма 2 на хи и сигма 2 на хи, да? И вот это напишем. А, сюда. Да. Сигма 2. Вот. Берем, умножаем, да, сигма 2 на хи. Так, второй столбец будет. А у тебя там в том экспоненте гамма что стоит? Ну, е в степени ЕП минус гамма, видишь? Там. Вот здесь, да? Там П стоит. Я, извините, как это, спасибо, я тут не обратил внимания, как же там гамма-матрица оказалась. Вот. Так, теперь дальше перемножаем, да? Вот здесь получается у нас минус сигма 2. Минус сигма 2. Да. Сигма сочетание тоже. Минус написал плюс А. Так, да? Теперь смотрим, что. Теперь опять вспоминаем про комплексность и действительность сигма матриц, да? Матрицы сигма какие они? Комплексная, действительная. Только сигма 2 комплексная, правильно, да? А все остальные такие действительные, да? Ну, то есть сигма 1 и сигма 3. Теперь смотрите. Сигма 2 комплексная, да? И она поменяет знак. Так, да? Ну просто. Сигма 2 со звездой равняется минус сигма 2, согласны? А сигма 1 и сигма 3 знака не поменяют, но когда я буду передаться сигма 2 сюда, тоже появится знак минус. Согласны? Поэтому мы это можем все переписать таким образом. Просто убрать этот знак минус и сигма 2 и переставить сюда. Вы хотите прокомментировать сигма? Да, конечно, да. Ну, сигма 2 совсем. Зачем? Ну, чтобы было и сигма 2 здесь, и было и сигма 2 здесь. Ну, потому что и сигма 2 здесь поменяет знак само. А помешать не будет? А? Помешать не будет. Там же еще через память прокинуть может быть. Ну, B это импульс. Как он действует на матрицу сигма? Ну как он действует на матрицу сигма? Так, да? Так, базовый множитель написать пока? Допишите все, что действует. Сейчас. Давайте, чтобы мы сегодня не двигаемся.
Так. Мы получаем ответ, да? К чему мы с вами стремились? Эпсилон плюс L на 2 эпсилон уже, да? Так. Все пишем. И сигма 2. И, да? Так, а здесь? А здесь передаст знак поменяется, мы только что выяснили, правильно? Да? Или у вас поменяется? Почему же созвездой это опять пишете? Еще раз повторяю. Ну что ж такое там будет? Сейчас. Сигма 2 созвездой равняется минус сигма 2. Так? А сигма 1 созвездой равняется сигма 1. И сигма 3 созвездой равняется сигма 3. Поэтому здесь стоит произведение. Да? Когда стоит сигма 2, оно поменяет знак. Так? Ну, это... а сигма 1 будет просто на П. Но я когда переставлю сигма 2, сигма 1, они антикоммутируют. Да, и минус. Он поменяется знак. То есть общий знак поменяется. Если, то есть таким образом. Ну, если сигма 1, а если сигма 2, то не поменяется. Ну как же не поменяется? Сигма 2, то вот же поменяется знак. Ну тогда давайте сделаем еще какой-то. Сигма 1. Так. Так, да, стоит. Со звездой. Это будет равно сигма 2. На сигма 1. На сигма 1 на P1. Минус сигма 2 на P2. Минус сигма 3 на P3. Будет так, правда? Да. Теперь сигма 2 переставляем. Это будет равно минус сигма 1 на P1 плюс сигма 2 на P2 плюс сигма 3 на P3 на сигма 2. Это будет быть. А что тогда? То есть получается здесь еще один минус. То есть здесь будет плюс. А что же тогда меня мучить? Если все вам понятно. Что такое опять? Куда вы P унесли зачем-то? У меня есть сигма 2 хи в конце. Значит, в конце. Да? Почему? Давайте сейчас не могу больше знать. И сигма 2 на хи. А так вы можете написать? Могу. Ну а чего вы тогда? Еще экспоненты пишите. Так, да? И хи со звездой. Потому что вы опять забыли. Я посмотрел, что здесь со звездой стоит. Вот здесь со звездой. Это что движение тела лежит. Так, да? Проверяйте. Да, давайте все же подведем итог. У нас было решение вычислительной энергии. Видите? Мы на нее подействовали оператором зарядного сопряжения. Подействовали. Оно перешло вон то, что написано там, в верхнем правом углу для вас. Теперь мы сравниваем вот с этим решением. Ну, у сюда поставим. Что мы отсюда видим? Мы видим, что оно совпало. Если я запишу, что φ равняется и сигма 2 χ со звездой, то это будет то же самое. Видно? То есть оно перешло в решение положительной энергии. То есть оператор зарядного сопряжения у нас что? Решение с отрицательной энергией переводит в решение с положительной энергией. Понятно, да? Поэтому таким образом мы можем сказать, что это решение что? Описывает
отрицательное решение описывает античастицы. Отрицательное решение. Ну вот. Причем спин меняет, так сказать, здесь, если я подействую, то еще произойдет переворот, да, спина. Понятно это, да? Вот. Ну, если это понятно, тогда давайте попробуем сделать следующее. Немножко попробуем, как преобразуются вот те самые билинейные комбинации, которые мы с вами обсуждали на прошлом семинаре, при операции зарядов сопряжения. Да? Как они преобразуются при преобразовании Лоренца и преобразовании в четности, мы с вами обсудили. Помните, да? Вот. У нас теперь есть еще зарядовые сопряжения. Так, да? Вот если действует оператором зарядного сопряжения, что происходит с этими билинейными комбинациями. То есть по оси, да, то есть рассмотрим вот такую. Сейчас я сотру. Ну, мы опять запишем в самом общем виде для начала. Да? Будет Си1, да? Мой будет вот гамма на Си2. Вот. Имеется самая общая комбинация, где ну, гамма это какая-то матрица 4 на 4, правильно должна быть. Вот. Ну и мы как ее разложить по гамма матрице, мы знаем. Да? Вот. Ну и давайте попробуем теперь посмотреть. Что же будет происходить вот с такими билинейными комбинациями? Значит, я уже стек, давайте я еще раз напомню, что С, как мы договорились, сравняется И гамма 2 И со звездой. Так, да? Либо это можно как еще записать? Си С равняется, ну, извините, С равняется так, что пишут оператор С на С чертой транспонированным, да? Где С будет равняться И, гамма 2, гамма 0. Согласны? Или не согласны? Это я логика какую? Ответную реакцию иметь. Жалко. Потому что если это непонятно, что дальше, что там создать. Это C на А? Это C. А, ну это C, это некоторые множители. Да. Это да. Я уже раз так здесь стал писать, я могу. Нет, ну как мы говорили, что при операции зарядного сопряжения там есть некоторые. Как, да? Ну теперь давайте попробуем что-то сделать, да, с этой комбинацией. То есть у нас имеется вот эта величина, да, Си1, вот С, начнем с этого, да, Си, гамма, Си2, С, зарядное сопряжение. Вот, чтобы прямо вот это подставлять. Так, да? Тогда это будет, как выражаться? Это будет, нужно что? Вот это что такое стоит? Здесь стоит пси-крест, правильно, да? На гамма 0. Так, да? А пси-С, вот оно, да? То есть это будет С-крест на пси чертой транспонированное, да? На крест и гамма 0. Скажите мне, чего там? Понятно что-то. Гамма С это, извините, все один. Да? А здесь будет стоять что? Здесь будет стоять С на Пси С
чертой транспонирования гамма 2. Я правильно пишу? Проверяйте. А почему все тест? Еще раз тест. Ну, пси с чертой, да, это что такое? Это пси крест на гамма 0. На гамму 0, да, это пси с чертой. Так, да. А, вот, то есть я написал пси крест на гамма 0. А пси крест я, вот, крест, я подставляю пси С. А вот это С, пси с чертой на гамма крест. Так, да. Вот, пси С равняется С, пси с чертой. Вот это, вот это. С этим вы согласились, да? Ну, даже два раза это крест. С крест, а потом еще крест. А, вот здесь, да. Функция, да, это, да, извините. Это я. Извиняюсь. Так, да? Вот, то есть, вот стоит вот такая величина. Правильно? Значит, ну, давайте я что-то сотру. Вот. Как теперь дальше с этим действовать? Какие будут предложения? Ну, можно вот это сначала, да, с этим разобраться, с крестом, да. То есть это будет как? Это будет не один чертой транспонированный крест, да, на С крест. Так будет? Нет или как-то по-другому? Это я правильно переписал? Да. Давайте шагами двигаться. Значит, здесь теперь еще стоит вот эта гамма 0. Так, да? Теперь что можно сделать? Что можно сделать? Здесь стоит пси с чертой, да? Здесь стоит, значит, это будет сколько? Пси 1. Ну как, ну пси с чертой я вот только что написал. Так, да? То есть если я подействую сюда, да, то что будет? Будет пси один, да, уже кто-то подсказывал, транспонированный будет. Так, правильно, да? Потом сколько будет? Гамма 0 будет, да? Соответственно, гамма 0 типа такого будет, да? Гамма 0 транспонированная. Ну, гамма 0 транспонированная, но меняется гамма 0. Так, да? Согласны? Согласна. Ну, слава богу. Теперь, как это дальше? Сделать. Можно гамму протащить сюда или нельзя? Оператор С, вот он написан. Когда я гамму протаскиваю, я сколько получу? Минус. То есть потому что гамма 2 стоит всего, правильно, да? То есть это будет всего равняться минус Си 1 транспонированное на С средств. Так, да? Так или нет? Ну, то есть я здесь внизу написал, теперь давайте я здесь продолжу. Это, ну, будет минус все один транспонированное на С крест гамма на С
Це, да, на всі два щодо розпланірована. Я правильно переписав проєкт? Так, да? Угу. Вот. А теперь смотрите, я могу взять, ну, давайте напишу количество. Я напишу десятку, альфа, бета, а здесь тогда я корреспондирование уберу. Напишу индекс бета. Ну, тогда транспонирование теряет смысл. Я правильно написал? Отсюда я сразу же получаю следующее. Теперь я могу вот это взять и переставить вот эти местами. Правильно? Ну, когда я написал индексы, да, это теперь стали числа. Теперь я могу их переставлять, как мне заблагорассудится. Тогда я могу написать, что это равняется минус пси 2 на c плюс гамма c распланированное на все одни. Согласны? Так, да? Ну, я еще раз говорю, пока индексов не было, это были там столбцы и матрицы. Когда появились индексы, это теперь уже числа, которые мы будем представлять местами и все, что угодно делать. Вот. Ну, здесь еще, ну, чтобы быть совсем точным, если это здесь стоят операторы, да, то тогда функции будут операторы, тогда здесь знак будет, конечно, плюс, потому что фермионный оператор антикоммутирует, знаете, да? Ну, попозже мы еще будем это обсуждать. То есть если я считаю, что у нас функции как операторы стоят, тогда знак убрать надо. Ну, для нас это сейчас не важно, плюс там или минус стоит. Вот. Значит, таким образом получили вот такое соотношение. Ну а теперь давайте попробуем посмотреть. Вот я напишу сейчас какой-нибудь лагранжан, и мы посмотрим, он является CP, и P, и C инвариантом или нет. Да. Ну, наверное, я вам напишу уже после перерыва, да, я так понимаю, перерыв сейчас. Античастотное решение с таким спином как античастица с противоположным спином. Так, да? Кроме того, мы с вами вот еще выяснили, как преобразуются билинейные комбинации при зарядном сопряжении. Да? Теперь давайте посмотрим, ну, например, попытаемся написать лагранжан, который будет описывать взаимодействие скалярной частицы с нашими частицы со спином 1/2. Вот. Да, давай я что-то постираю. Значит, давайте пишем лагранжан. Какое, ну, какие будут предложения? Имеется скалярная частица, да? То есть, ну, есть, значит, имеется некоторое поле D от X, да? Вот. Оно взаимодействует с частицей со спином 1/2, да? Какой лагранжан здесь можно написать? Естественно, ну, это была какая-то билинейная комбинация, правильно? Вот. Значит,
Дальше, какие есть у нас комбинации? Мы с вами рассматриваем, да? Имеется птичья, ну, скаляр, тезоскаляр, вектор, правильно? Тезор имеется. Вот. Какие здесь подходят здесь комбинации? Значит, должен быть, если мы никаким, ну, если имеется только поля, да, то у нас рожа должен быть что? Скаляр, правильно, да? Вот. То есть я тогда должен написать си, да, с чертой. И что я могу написать? Я могу написать в единицах плюс на 5 си. Могу там написать? Ну, здесь какой случай? 1, 2. Да? Правильно? Вот. Значит, имеется некоторая вот некоторая такая комбинация, да? Но это не все, я должен. Гермониан должен быть эрмитов, правильно? Согласна? Значит, ну, я напишу здесь некоторую константную взаимодействие же, да? Вот. И тогда гермониан должен быть эрмитов, а это означает, что я должен писать плюс жест со звездой, да? Он должен переходить при эрмитовом сопряжении сам себя. То есть я должен добавить эрмитово сопряженную часть. Вот. Фи, крест, да, отвис. Можно так написать, правильно, да? А здесь я должен написать что? Как здесь я буду писать эрмитов? Кто мне подскажет? Си 2, да? Ну, когда я эрмитово сопряжение делаю, да? Сюда, да? Вот. Но оно будет, конечно, так придет, единица плюс гамма 5, гамма 0, да, си 1, так перейдет. Ну, гамма 0 я могу протащить сюда, да? Когда я поставлю чертой, здесь поставлю знак минус. Правильно? Вот, вот это гамильтонянка, которая, казалось бы, все у нас устраивает в смысле лоренцовской вариантности, эрмитовости. Да? Хорошего для описания взаимодействия от эскалярного поля. Мы с вами говорили, что есть некоторые фи, это описывает некоторое эскалярное поле. Да? Ну, комплексное, вообще говоря. Величина, да, значит, если она комплексная, есть некоторое описание. Так, да? Ну теперь давайте посмотрим, что такое лагранжан. Такой лагранжан будет ли сохранять черность или там что-то еще или не будет. Как вы думаете? Давайте начнем с той черности, да? Мастер Горова, Пси 1, Пси 2, ставил туда черность. Нет, Пси 1 отличен от 2, потому что у нас же Пси, мы сказали, что какое-то комплексное поле, да, у нас. Пусть будет комплексное поле. Ну тогда что? Будет, да, давайте начнем с оператора пространственного проведения, то есть подчеркнуть. Сохраняет подчеркнуть? А? Говорят, сохраняет, а здесь говорят, нет. Ну, у нас оператор отражение подчеркнуть, я уже успел снять, да? Помните, да? Говорили, что Пси, да, P равняется это P, да? А гамма 0, а все. Что это такое? Если я действую вот сюда, да, тут появляется гамма 0, и здесь гамма 0 появляется. Так, да? Появляется, не появляется. Протаскиваю сюда, здесь меняется знак, правильно? То есть я не буду переписывать. Все, вот здесь появится знак. Вот так, да? Вот оператор, ну, для P, да? Согласны? Ну то есть что? Подчеркнутость будет не сохраняться, да? Вообще говоря. Так? Вот. А теперь давайте посмотрим, как преобразует оператор вот, оператор C-четности, да? Значит, что он делает?
Он переставляет местами, правильно, да? А что он сделает? Ну, с единичкой ничего не сделает. Ну, С крест на С, по проверить это единица, правильно, да? Вот. А, ну, если я так записал, да? А с гамма 5 что сделает? Тоже ничего не сделает. Правильно, да? Видно, да, всем это? Вот. То есть тогда получается что? Что будет NC, да? Тогда будет C2, C1, да, здесь C1, C2, да? Тогда. Вот. А давайте посмотрим, что будет происходить, когда я сделаю операцию CP. Это будет L за исключением чего? Давайте я тоже напишу. Это будет G, да? Фи, крест, да? Ну, оператор C и P, да? Ну, оператор C отражения, это будет фи крест, правильно стоит. Значит, это будет Си 2 чертой, да? Единица минус гамма 5 на Си 1 плюс G, да? На что? На фи от х, да? На си 1 чертой на единица плюс гамма 5 на пси 2. Так? Ну, вообще говоря, когда я здесь еще писал, здесь появятся множители, да? Вот эти самые, это P, это C, ну здесь вот, я их не буду писать, правильно, да? Ну, появится, может быть, это P, это C, так, да? Где должно быть сопряжённое? Вот, вот это, да, да, ну и здесь появится, это, ну, может быть, набор, может быть, это C, это P. Вот. Ну и что теперь можно сказать? Понимается цепь учетности? Значит, он сжигает, если сжигать. А Женя действительно... А? Тогда нет. Тогда сохраняется, почему? Нет. А я сказал, сохраняется, почему? Ну, что произошло? Он перешел сам себя за исключением того, что G стало, ну, G и G со звездой поменялись местами, как бы, правильно, да? Вот. Почему сохраняет четность СП? Почему вот эти два лагражана вполне эквивалентны? Это утверждали одно и то же. И вы это знаете. Мы это обсуждали. То есть ваших знаний достаточно для того, чтобы сказать, что эти лагражаны совпадают. Значит, вы знаете, что умовые функции определены с точностью до фазы. Знаете? Знаете. Ну вот. Значит, тогда G можно представить. Ну, представьте, где G это вектор G и модуль G и фаза какая-то. А потом возьмите и поменяйте, так сказать, фазу умовых функций. Да? То есть это ненаблюдаемая фаза. В этом смысле фаза, которая связана с константой G, она для такого лагражана не наблюдаема. Правильно? Вот. А теперь давайте посмотрим, перейдем к следующему случаю, когда все же фазу убрать нельзя
она наблюдаема. Значит, этот случай может случается известно вам уже варианте, который называется матрица Кабиба Кабаяши Мускава. Знаете такое? Нет, не знаете. А что такое? Ну как бы процепное нарушение знаете? Тоже не знаете. Вот. Значит, вот мы написали с вами лагражан, который цепочетность сохраняет. Да? То есть он, если вы смотрите просто П, да, то есть нарушение по четкости. Правильно, да? Вот. А если вы смотрите ЦП, то это лагражан вполне себе хороший, в смысле, никакого нарушения цепочетности он вам не даст. Вот. На самом деле, ну тогда давайте я немножко скажу, раз у вас же были там какие-то курсы на третьем по физике. Значит, как вы знаете, сначала нарушение подчеркности где было обнаружено? А? Подчеркность была, нарушение подчеркности было обнаружено звуком. А? Нет. Оно было обнаружено в распаде кобальта 16 на нити. Значит, 1660 плюс электрон и нейтрино. Ну, вот все так и нейтрон, да? Нет, вот видите, нейтрон переходит, значит, нейтрон переходит в протон, это мили, там, что было обнаружено? Это так называемый бета-распад, да? То есть, что нейтрон может перейти в протон, да? Электрон, электрон и антинейтрино. Так, да? Это бета-распад нейтрона. Да? А протон, естественно, распасться не может, да? Но в ядре может. А почему в ядре может? Она помещала кобальт в магнитное поле и сильно охлаждала его. Да. После этого смотрела угловую зависимость распада. Понятно, да? То есть у вас имеется образец кобальта, помещенный в сильное магнитное поле и очень сильно охлажденный. После этого она обнаружила, что вероятность вылета электрона, да, она будет там пропорциональная, яйца плюс яйца минус альфа 80. И альфа там оказался очень большим коэффициентом, типа больше 0,7, что ли, я точно не помню. Ну то есть очевидно, что почему это говорит о несохранении четкости? Причем здесь магнитное поле и вылет электронов, как вы думаете? Во-первых, как может магнитное поле влиять на вылет электрона в угол? Но само по себе магнитное поле влиять никак не может, да? Берет там нейтрон, распадается. То, что он стоит в магнитном поле, это ему как это все равно, да? Нужно уж очень магнитное поле большое, чтобы это сказалось, да? Значит, что происходит? Я же сказал, что помещено магнитное поле и охлаждено очень сильно. Это означает, что? Что у вас спины выстроены по магнитному полю. Магнитное поле для того, чтобы спины выстраивались, да? А охлаждается для того, чтобы тепловое движение не разрушало.
То есть у вас образец что? С выстроенными магнитными спинами. Так, да? Образите вас с магнитными моментами, то есть спинами. То есть это означает, что у вас спины выстроены по магнитному полю. И это означает, что вы на самом деле наблюдаете вот такую корреляцию. То есть это будет пропорциональная единица плюс альфа, там какой-то, на S, на P. Ну, что такое выбор? Да, это импульс. Так, да? А корреляция это со спином. Да? Но тогда при отражении четности у вас что? P переходит куда? Минус. Минус P. А S куда переходит? Себя, S. Потому что S это что такое? Тогда, ну, это преобразуется как момент, это вектор напряг. Согласны? То есть у нас при отражении по четкости не меняет знак. То есть при отражении четкости это приходит единица минус альфа. S на P, да? Так, да. Вот. То есть обнаружение такой корреляции, да, это есть что? Это есть обнаружение и сохранение четкости. И вот в 57 году, сейчас я посмотрю, как это записано. Да, в 57 году в эксперименте ВУ такая величина была обнаружена. То есть четкость нарушается. Ну, как бы, это было впервые, но потом, как вы знаете, в слабом взаимодействии четкость нарушается 100%. А в электромагнитных и сильных подчетность не нарушается. Но вот мы с вами посмотрели Лагранжана, вот типа такого, да? Вот. Значит, такой Лагранжан цепочетность сохраняет. Понятно, да? Вот. Но на самом деле чтобы быть более конкретным, слабое взаимодействие, конечно, устроено так, что здесь стоит не скаляр, а стоит в поле, да, дубльный базон. Вот, и здесь стоит он векторный. Давайте же напишем Лагранжан. Тогда нужно поставить здесь гамма-момент. Вот как устроен Лагранжан для слабого взаимодействия. Этот Лагранжан, как мы только что убедились, будет что? Подчетность не сохранять на 100%. Вот. Значит, но такой Лагранжан, казалось бы, сохраняет цепочетность. Правильно? Ну, если мы проделаем подобные, так сказать, манипуляции, которые проделывали вот здесь. Ну, с этим полем. Понятно, да? Или непонятно? Ну, вот. Проверки видят, как это домашнее упражнение. Но теперь предположим, что у нас имеется взаимодействие. Вот пусть у нас имеется W, а вот все поля это что такое? Это частицы со спином 1/2, да? Ну и в данном случае что такое может быть? Это могут быть либо лептоны, да? Либо кварки. Слышали про такое? Слышали. Значит так, тогда вот здесь стоят, ну, пусть стоят, например, кварковые поля, да? То есть тогда это будет что стоять? Например, это будет стоять, например, 2/3, да, а здесь минус 1/3, ну и там наоборот. Так, да? Ну, то есть здесь, если давайте, да, минус 1/3, а здесь 2/3. Как вы знаете, кварки, сколько кварков есть? 6-8. 6-8? Через двойку считаете, да? Значит, сколько всего кварков? Ну, 6 еще, если учесть, что они... Да, ну то есть, имеется, давайте определимся. У нас имеется три поколения, да, как мы называем кварков, да? Up-down, CRS, да, и FB. Так, да? Правильно? Значит, верхняя это заряжен 2/3. Ну, заряженный электрон, естественно. А здесь минус 1/3, да? Так? Вот.
Значит, имеется 6 кварков, ну пока в настоящее время имеется 6. Вот. Это, ну, вы начинаете жить с 6 кварков, да, и я начинал с 3, да, когда в экстрадиции. Вот. Тогда даже С еще не было. Когда я был студентом, мы не только вот эти 3. Значит, вот. Итак, имеются вот такие кварки, ну, имеются, естественно, антикварки. Да? И эти и еще все кварки находятся, что мы это выведем, не выведем, а это обсудим позже, еще в 3 цветовых состояниях. Да? Кварки еще цветные. Вот, которые передаются, взаимодействие сильно передаются 8 цветными глюонами. Да? Вот, и так имеется вот 6 кварков. Да? Тогда вот здесь вот эти вот пси, да? Что такое наряд можно поставить, пси для трения? Я должен написать, что это А, С, Т. Да? А что такое пси? Минус 1/3. Это, соответственно, гамма С, В. Значит, вот это называется аромат, да? Тип кварка. Да? Аромат кварка. У кварка есть аромат и цвет. Ну вот, тогда что? У нас имеются вот такие пси, и тогда вот здесь вот, вообще говоря, мы должны поставить некоторую матрицу. Да? Есть так называемое, в принципе, может быть смешивание кварков. То есть посредством W мы можем переходить из одного типа в другой. Ну, например, есть ап-кварк, да, излучается W плюс, и это переходит в кварк, соответственно, внутренний член. Вот. Значит, он может перейти в D, может перейти в S, может перейти в B. Вот эта матрица должна нам сказать о том, какие, так сказать, переходы, какая сила их переходов. Да? Значит, тогда, если имеется вот эта матрица, для этой матрицы есть только одно условие, оно у Вес на У должно быть равно единице. Из построения Лагранжана, из Хиггсовского сектора, так сказать, что должно быть только У на У Вес, должно быть равно единице. Вот. Тогда давайте посмотрим. Тогда давайте посмотрим, что же здесь тогда возможно. Значит, то есть я имею в виду параметризацию этой матрицы. Больше про эту матрицу ничего не известно. Вот эти элементы этой матрицы, то есть матричные элементы матрицы КБХ и Маскарова, да? Они измеряются только экспериментально. Никакого, так сказать, теоретического предсказания их не имеется. Вот. И вот эта матрица, в данном случае это будет матрица что? 3 на 3. Правильно? Ну, потому что 3 на 3. Да. Раньше она была матрицей 2 на 2, когда я был студентом. Называлась матрицей Кабиба. Вот. А потом она стала матрицей Кабиба Кабаяши Маскава. Ну, полное название. Хотя вот эту матрицу сначала там, с цепонарушением Кабаяши Маскава предложили. Ну вот, так, имеется матрица, у которой у нового крест должно быть равно единице. Ну давайте посмотрим, сколько всего независимых параметров тогда у этой матрицы может быть. Подсчитаем. Да? Попробуем посчитать. Вообще говоря, если матрица, вообще говоря, комплексная, да, и вот есть только одно условие. Тогда сколько всего элементов в этой матрице, если она, ну, давайте считать n на n. Потому что вдруг вам еще понадобится для 2 на 2, а может быть 4 на 4 понадобится, да, если еще есть поколение. Тогда давайте считать n на n сразу. Сколько всего n на n матрица комплексная, сколько у нее элементов? Ну, сколько вот таких, сколько у нее матричных элементов? Ничего, чего вы боитесь-то? Вы на квадрат это можете сказать? А, комплекс нет. Да,
Да, на комплексе, значит, всего два метра квадрата. Правильно? Ну, как? Ну, матрица n на n, то есть n умножить на n, так как каждое число комплексно, то все параметры 2n в квадрате. Согласны? Теперь у нас имеется вот это условие. Вот эти условия сколько? Ну, а? Это не одно условие. Сколько условий на матричный элемент? Ну как, у нас здесь имеется, если я буду перемножать, да, то как это, у и жим, у со звездой, да, жим, да, ну как, у транспонированное, жим как, ну у крестника, так, да, будет написано. Так, да? Вот. Ну то есть, другими словами, это что такое, это у и жим, и УК жим, функция звездой, каждый жим, согласно. Ну, если я распишу вот, произведение этой матрицы, могу так расписать? Да. Вот. Ну и что? Тогда сколько это дает условий нам? Недиагональных элементов сколько? Есть, ну так скажем, выше диагонали, там ниже диагонали. Что вы про них можете сказать? Которые ниже диагонали, выше диагонали. Что они какие? Ну, вот я тут напишу У, К, Ж, У, Ж, И. Крест могу так расписать? Ну, есть элемент с одной стороны, а есть элемент с другой стороны. Да? Тогда это будет как определить? У, К, Ж, да? На У и Ж со звездой. Видно это? Да? То есть видно, что который там, выше диагонали, комплексно сопряженный, потому что ниже диагонали лежит. Правильно, да? Ну, я так условно. Видно? Понятно? Видно, что это комплексно сопряжено? Так, да? Значит, тогда условий будет сколько всего? То есть всего элементов, как вы знаете, это что там? n квадрат, да, отнять n и поделить пополам, правильно? Ну, всего n квадрат, да? n квадрат, отнимаем n. Правильно, да? И делим что? Пополам. Это число недиагональных элементов. Согласны? И соответственно, условий будет сколько всего? Что такое? То есть его будет два условия, правильно, да? Ну как, умножить еще на два надо. Ну потому что комплексные. Ну, я не понял, как-то вы, как это, по физике, тоже такое впечатление, лучше, как это, быстрее соображаете, чем подсчете количество элементов матрицы. Значит, то есть имеется всего недиагональных элементов вот столько. И условий всего, так как комплексное, еще надо умножить на 2. Правильно? Условия были. Ограничивающие. Нет? И еще есть временные диагонали. Нет, они действительные. То есть это будет плюс n. То есть всего условий сколько получается? n квадрат. То есть из условия вот, вытовости, то есть нужно отнять отсюда n в квадрате, да? То есть параметр будет не 2n в квадрате, а уже на n в квадрате меньше. Так? То есть получается n в квадрате. Согласны? Что еще есть? Есть, давайте теперь еще так разобьем. Есть число действительных параметров, а есть число
кластер, да, объединенный параметр, так назовем. Да? Вот сколько всего будет действительных параметров? Это и вам не нужно, да? Почему? Почему пополам? Это еще один квадрат. Сколько параметров у матрицы, если у теперь будет действительная матрица? То есть я хочу теперь еще, мы подсчитали количество условий, да? Я хочу понять еще, сколько из них будет действительных, а сколько мнимых. Ну, мнимых я называю, то есть как классис параметр, а есть фаза, вот есть все эти ифи, да, например. Да? То есть мнимость какая-то. Там комплексность, да? Как нужно узнать, сколько мы можем иметь, вот если бы она была просто действительная, да? Тогда сколько всего параметров у нее было бы? N в квадрате, правильно, да? Согласны? Вот. Кроме того, условий было бы сколько тогда? Ну вот, уже считали. То есть n квадрат минус n пополам, да? Ну, вот тут все сохраняется, да? То есть компрессии нет, но это слева, так сказать, как это, вверху и снизу одинаковые, правильные условия. То есть, ну, так как теперь комплексности нет, то двойку писать не надо. Да? То есть теперь я нужно n квадрат отнять. N квадрат минус n поделить на n и отнять n. Да? Что-то в таком духе. Так, да? То есть получается сколько всего? Считать умеете? Да? N в квадрате, да? Минус n с пополам, да? Я правильно посчитал? Правильно посчитал? Правильно посчитал. Вот это число будет реальных параметров. Реальных параметров. А всего число параметров мы с вами подсчитали. А, вот. N в квадрате, да, подсчитали? Это полное число для комплексной матрицы. То есть для этого, для того, чтобы посмотреть, сколько там будет мнимых параметров, я должен вычесть отсюда вот число реальных параметров. Согласны? Отсюда я, значит, получаю для числа мнимых параметров n в квадрате минус n в квадрате минус n поделить пополам, да? Но это еще не все. А что еще я должен вычесть? А? Это в чем здесь где и что стоит? Еще раз комплексно считаем. Да, комплексно считаем. Мы посчитали, что всего число параметров вот, в этой матрице n в квадрате. Комплексная матрица. Да? Если бы матрица была действительно, то число параметров вот столько. Значит, оставшиеся это мнимые параметры, правильно? То есть я должен отсюда отнять это. Так, да? Я еще что-то должен отнять. А что я должен еще отнять? Единицу. Единицу? Нет, n надо. N отнять надо. Ну я скажу, что надо отнять, а вы скажите, почему 2 n минус единицы надо отнять. А почему нужно отнять 2 n минус единицы? Здесь мы получили n пополам, да? Надо еще что-то отнять. Отнять надо 2n без единицы. А почему 2n без единицы нужно отнять? Мы сегодня уже этого обсуждали. Подсказка. Вот с этим слагажем, который был еще раньше написан, когда мы ЦП и сохранение смотрели, мы уже обсуждали. Что вы сказали? Правильно, молодец, что так вот громче говорите. Фазы, есть ненаблюдаемая фаза. Правильно? Вот. То есть, сколько всего здесь ненаблюдаемых фаз? Здесь, да. Сколько? Сколько?
Ну, смотрится только относительная фаза, правильно будет? Понимаете, да? То есть общая фаза относительная, так сказать, не имеет смысла, да? То есть будет 2n минус 1. У всего 2n и есть общая фаза. Вот. То есть нужно еще отнять 2n без единицы. Отсюда мы получаем, сколько получаем? Вот здесь уже нет неравенства. Получаем, соответственно, сколько? М в квадрате. Здесь, что 2 же 2, 4, да? Что там, 5, да, что ли, получается? Нет. Минус же. Минус 3. М плюс 1 пополам. Нет, 2. Проверьте. Это число фаз. Ну как, я привожу к общему знаменателю, да? Дважды два, четыре, да еще отнять. Да? Вот это число фаз, которое не убираемо. И в этом смысле измеряемо. Вот. А вот это число реальных параметров. Ну и вот, когда если n равняется двойке, то сколько числов реальных параметров? Один. Вот здесь вы быстро считаете. Это реальный параметр помнимых. Сколько? Ноль. Здесь почему-то голову посчитали. Ноль. А если n равняется тройке, то сколько реальных параметров? Здесь еще сложнее, да? Три. А сколько мнимых? Есть это нарушение. Модели как Кобаяши Москва. То есть одна фаза не убираема. То есть она. А фаза означает, что вот здесь вы будете иметь цепное нарушение. То есть гамильтониан, вот эти вот, не перейдут сам в себя при цепоотражении. Понятно, да? Вот здесь вот, ну как, нужно комплексы сопряжения взять. Одна фаза не убираема. Понятно, да? Вот. Это будет означать цепное нарушение. Вот это цепное нарушение было измерено сначала Камбизоном. Да? Вот, как вы знаете. Наверное, вам уже об этом рассказывали. А потом в Бемизонах. В Бемизонах это были. То есть Камбизоны это были измерены в Фермилабе, да? Вот. А измерение цепонарушения в Бемизонах это совсем уже не такая далекая история, как это. Это уже при вашей жизни, да, ну, может быть, не студентов, да. Это было измерено, сейчас скажу, в 2001 году уже было измерено. Да. Вот. То есть при вашей жизни, но не сознательно еще, да? Вот. Было измерено, что значит, вот, цепонарушение в Бемизоне. Было измерено на Б-фабриках в Слаке и Кете. Вот. Какие есть вопросы по этой части? Теперь у нас еще несколько минут есть. Две минуты есть. Теперь давайте посмотрим. Вот мы с вами обсуждали, что. А, вот написано. Вот имеется решение положительной энергии. Да? Теперь если я возьму и положу P равняется нулю, да? Ну, распределю частицу в покое. Да? То тогда ψ перейдет по что? Перейдет в
что решение с отрицательной энергией, да, помните, да, сегодня начали семинар, с отрицательной энергией, да, соответствует античастице. Так, да? Значит, даст античастица в покое, как будет описываться? Ну, я стер, к сожалению. А вы там откройте свои тетрадки, там, где там эпсилон, частица с эпсилон в обратную сторону, да, минус было, да? То как будет описываться решение? То есть это вот частица, если, да, то античастица как будет? Не, ну, прибор равно нулю. Как по вот равно нулю? Ну, а эпсилон равно m, естественно. Да? Ну, не буду я выписывать, у вас же все написано, продиктуйте, как будет выглядеть тогда. Вот, сегодня писали. Корень, ну, не корень не надо, эпсилон равняется n. Опять же, более простого. Вот я говорю, частица в покое записывается вот таким способом, правильно, да? Ну вот, p положите равно нулю, да? А эпсилон равняется n. Будет так выглядеть? А? Не понял. Частица, да? А античастица с этим самым, когда. То есть это решение с отрицательной энергией, да, мы сказали. Как будет выглядеть? Опять, в покое рассматриваем. Ноль хи. Так, да? Ну проверьте, ну я не знаю, все у вас написано в тетрадке. Я еще раз не хочу выписывать. Так, да? Для античастицы. Решение покоя. Тогда, смотрите, теперь применим операцию пространственного отражения. Ну, я не могу проблему не выписывать что-то. Только как вы печально смотрите все. Было же написано. Значит, вот имеется решение для частицы, а вот для античастицы. Это значит, частица это античастица. Да? По действию оператором P, да? Который равняется гамма 0. Тогда это действие, ну, мы знаем, что общая фаза в него не фиксирована. Но действие сюда и сюда будет чем отличаться? Знаком. Правильно? То есть отсюда мы можем сказать, что четкость частицы и античастицы противоположны. Но какая четкость у частицы, мы сказать не можем. Но то, что четкость у частицы и античастицы противоположны, это мы можем сказать. Это понятно? Ну, проверьте еще раз. Ну, я так понимаю, наше время вышло. Какие есть вопросы? А вот мы нашего конча калятор поля что-то описывает. Можно с ним что-то реально писать? Нет, ну как, если совсем опускаться до того, что мы знаем, да, то у нас есть что? У нас есть кварки электроны, да, со спином по 1/2. Есть W и Z со спином единица, да, и гамма кван. И есть глюоны, да. В этом с фундаментальных частиц, ну вот, вот недавно была обнаружена, да. Вот как это. Раньше я говорил, что до сих пор частица с спином равным нулю почему-то до сих пор не обнаружена, да. Но теперь вроде бы обнаружена, да, Хиггс. Вот. Понятно, да? И в этом смысле Ну, Хиггс, который я обнаружил, он нейтральный, да? В стандартном модели. В этом смысле такой Лагражан может описывать только какую-то феноменологическую вещь. Понимаете, да? Ну, то есть я начал, может быть, издалека, но то есть вот фундаментальных частиц я вам перечислил. Да? Вот. Но распад там какого-то скалярного частицы на две спинорные, ну тогда это модельный, это эффективный некоторый Лагранжан, понимаете, да?
Ну, потому что, например, есть полно скалярных частиц, но они состоят из кварка. Да? И вы хотите рассмотреть распад, ну, не знаю, пи-плюс мезона на электроны нейтрино, да? Например. Понятно, да? Тогда вот вы можете написать такой лагранжа, где вот это поле будет заряжено этой мезоной, а это электроны, например, нейтрино. Но это лагранжа, вот эта константа G, это некоторая будет эффективная константа, потому что пи-мезон на самом деле вообще как раз состоит из двух кварков, да? Валентных. И еще много там невалентных. Я ответил на ваш вопрос? Нет. Но вот все имеющиеся фундаментальные частицы на настоящее время это 6 лептонов, да? 3, ну то есть 3 нейтрино, 3 заряженных частицы. Это электрон, мю, тау и, соответственно, их нейтрино. Ну и ну, также имеются античастицы. Про кварки мы только что с вами говорили. Да? Ну а переносчиками взаимодействия являются два заряженных W, один нейтральный Z, гамма-квант и 8 глюонов. И еще есть X, который со спином равным нулю. В стандартной модели он нейтральный и единственный. Ну, никто не сказал, что стандартная модель верна, но с другой стороны, как это усилить, попытки. Многолетние попытки обнаружить отличие стандартной модели от эксперимента пока никак не могут увенчаться успехом. Казалось бы, они должны были увенчаться успехом хотя бы при поиске Хиггса, который стандартная модель предсказывала уже даже массу там, и все остальное. И даже это совпало, что с моей точки зрения это вообще крайне удивительно. Вот. То есть попытки опровергнуть стандартную модель до сих пор никак не могут привести к успеху. Какие еще есть вопросы? Нет вопросов.